Продолжаем. Вот тут посадил липу. Вот это липа деревца. Вот сейчас. И обложил ее по кругу. Кашу траву обкладываю, ветки, листья сгребаю. Для того, чтобы удобрение, чтобы влага держалась, мульча. Вот такой вот круг сделал. А липу я садил семенами еще лет 10 назад. Вот за те годы, как она выросла. А выросла благодаря вот этому клену. Был один там клен, я спилил, а оно ветки-ветки. Я иногда периодически эти толстые спиливаю на дрова. А оно через 5 лет опять такие толстые нарастают. Те липы, чего она так быстро и пошла рост. Вот что вытянулось. И тут видно водяная жила идет. Там где гора, там лесок. Там тоже по весне бывают роднички. Потом они на лето пропадают. Вот так вот. Вот липа. Садил вместе с той, которая выше меня. Тут притенения нету. И вот поэтому она такая низкорослая. Нема стимуляции, чтобы тянулась кверху. А вот липа. Липа. Вот тоже неплохо поднялась, потому что рядом дерево. И вот была стимуляция, чтобы тянулась кверху. Ну, вот еще одна липа. Это я несколько лип в одну кучу посадил. Тоже неплохо вытянулась за эти несколько лет. Тоже сделал такой круг из сена, из травы, чтобы влага лучше и удобрение было, чтобы быстрее росла.